Коронавирус наступает. Количество заболевших вновь растет. Только за прошедшие сутки в республике выявлено 137 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Не так давно в Чувашии отменили масочный режим. Однако, как только мы вздохнули с облегчением, начался новый подъем заболевания COVID-19. В Чувашской республике за последние сутки 137 новых случаев заражения. По сравнению со вчерашним днем, число заболевших резко выросло почти в 3 раза. При этом за прошедшие сутки госпитализировано 11 человек, 50 выздоровели. Летальных случаев не выявлено. Между тем, новый штамм коронавируса, который называется кентавр, продолжает усиленно распространяться по миру. Он еще более заразный, чем прошлые виды заболевания, но переносится в легкой форме. Больные почти не теряют обоняние. Однако врачи не спешат списывать его со счетов, так как он более устойчив к антителам. О введении масочного режима и соблюдении социальной дистанции пока не говорят, но медики предупреждают, нужно беречься и в первую очередь защищать себя и своих близких.